Приветствую всех. Играем в медь вторую. Играем за мавров. Мы остановились в прошлой серии на том, что подлые венгры напали на нашу армию, которая осаждала замок Инсбрук. Или Инсбрук. Сейчас попытаемся отбиться от них. Да, довольно-таки хитро, то есть не дает нам захват, и причем стратегически важные земли, да. Здесь замок на границе, он довольно-таки важный. Хотя здесь складка местности довольно-таки неплохая. Если встать высоко... то они нас не достанут. Неверные привели подкрепление. Да, это точно. Так, сейчас проследим за ними, как они будут. А, ну да. Нет, 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 немножко кривовато. Он идет. Сейчас. Расположить нужно так. Так, а я их не это, не задом наперед, а? Да нет, нет, вроде бы нормально. Все, можно со скоростью. Так, пошел отстрел неверных. Так, 4%. Отлично. Так, так, так. Все-таки ж я расположил их не очень-то. Ха-ха. Да, красиво так эти выстрелы из анагров повисли в воздухе. Кому-то сейчас точно не поздоровится. А хотя нет, промазали. Оба. Да, тут уже попал. Так, отстреливаем этих ребят. Двадцать против двух. Нормально. Нас атакуют. Нужно действовать. Ну а мы чем занимаемся, а? Так, кто здесь? А, полководец здесь. Истребляет уже наших. Так, 32 против 5. Нормально. Да, у него здесь куча этих стрелков. Хотя у меня не меньше. Это точно. У меня не меньше. У меня все в стрелках.
Да, ну да, как всегда. А ну-ка мы этого гада своим генералом забьем. Нас атакуют. Нужно смотрите на этих ничтож. Мы убили предводителя неверных. Змея обезглавлена. Так, хорошо. Змею обезглавили. Так, теперь нужно ликвидировать его стрелков, всех этих. Его артиллерийские эти орудия, которые там себе с безопасного расстояния нас расстреливают. 13% уже потерял. Чуть в своих не попал. Половина неверных уже мертва. Надеюсь, это сломит оставшихся. Сломит, точно вам говорю. Так, нужно поближе встать. Ха, в своих попал. Отлично, у него все колеблятся. Давайте, истребляем дальше. Нас атакуют. Нужно действовать. Смотрите на этих ничтожных. Смотрите, их полководец бежит, словно побитая собака. Так их полководец этот кормит стервятников. Или вот он на том свете уже убегает от кого-то. Враги бегут, как перепуганные дети. Так, ну что, 20% я тоже потерял. Да, тяжело воевать со всем миром. Со всей картой. Это я вам точно говорю. Не знаю, верите вы мне или нет, но это тяжковато все-таки ж. Да, все-таки ж добили до двадцатки эти все проценты. По славе Малаха, враги бегут, как перепуганные дети. Так, давайте расстреливаем на супер высокой скорости. А, это командир у нас. Командир встретился со своим. Так, не понял. Что-то неправильно сделал. Вот так. Султан. Одержали великую победу. Неверные прокляли тот день, когда они родились на свет. Ну да, там у них осталось 11 человек и 28 или 30. Будут теперь знать. Убью гадов этих венгров. Но нужно будет подтянуть армию.
Что, крестовый поход тоже не удался? Так. С Турцией улучшаются отношения. Нафига? Так, есть 16 лет ему. Знание горного дела. Наивный. Реймс, да, он в Реймсе. Воля султана – закон. И что мне с тобой делать? В Париж тебя, что ли, отправить? Да, вот этот вот хороший. Да. Воля султана – закон. О, великий султан, во имя Аллаха, во имя Аллаха. Так, Реймс, Реймс, что им не нравится? Волнение здесь. Да, вот не хотят они, не хотят. Так, 60. Так было 65. Ой. Эти города никак не хотят они. Что ты с ними будешь делать, прям? Прям не знаю. Семьдесят пять. Нормально. Русь самая просвещенная. Да. Так, теперь здесь что-нибудь попытаемся, а? Объединяем войска. Угу. То же самое. Хотя 70. Так, там два нужно. Объединяем армии. Отлично, наконец-то еще одна армия появилась. Так, да, вот этих вот. Мы будем сражаться, как львы. Аль-хамдулилла! Аллах даровал нам. Отлично. Аль-хамдулилла! Так, теперь это испанское. Испанское сопротивление сейчас. Да, мы поняли. Так, три хода. Шесть ходов. Так, здесь я только начал. Семь, восемь. Так, здесь. Воля султана, закон. Ага, да. Где неверный султан? Чем могу служить султану? Так, да. Да сгинет враг. Там... Это точно. Там... Чем могу служить султану? Объединяем войска. Так, сейчас самый-самый-самый. Вот этот вот, пожалуй, да?
Стрелки. Объединяем армии! Так, нужно венгров немножко потеснить. Ой, нам нужен отдых. А то они достали уже. Они не уйдут. На битву! Куда они уйдут? Куда им идти? Так, да, это все стрелки. Да предупреждал ты, предупреждал. Сейчас я тебя предупредительным выстрелом. Неверные причины. Неверные побеждают. Ваши земли и женщины достанутся мне. Да хрен тебе. Придется опять переобучать. Ну вот он побеждает только за счет своих характеристик. Вот у него хорошее командование. Вот он только за счет вот этого побеждает. Блин, еще сопротивление. Так, здесь тоже недовольны. Да, шотландцы потихоньку. Так, датский убийца. Назовите врага. Назовите имя врага. Попал, короче. Так, датский убийца. Ну нефиг ему тут шастать. Нефиг ему тут шастать на наших территориях. О, великий султан. Так, что еще? Мой султан? Так, мой да. Султана. Точно, я вот хотел. Да, есть такое дело. Сейчас мы здесь немножко свои войска. Ага. И даже вот так вот. И даже вот так вот. Объединяем войска. Чем могу служить, султан? Приказывайте. Там. Угу. Так, эти 5 человек. Толку от них нету никакого. Уже идем, султан. Сон приказывает. Там. Хорошо, здесь я армию себе. Уже идем, султан. Отдыхаем до рассвета. Так, нужно бы еще подтянуть сюда войска против венгров. Крестовый поход не идет нифига. Никто не хочет связываться с тимуровцами. Воля султана, закон. Так, здесь все нормально. Так, ну да, вот эту вот армию можно будет против венгров кинуть.
Да, подкреплений больше нету и не будет, потому что денег мало. Во имя Аллаха, я не могу нести слово пророка в эти земли. Смилуйтесь, султан. Я не могу. Встречайте нового пророка, Сахидану. Так. Конечно. Примите или будет война. Да вот не хотят они. Все-таки ж слишком много воды утекло между нашими государствами. Ну, могу предложить сколько? Ну, 5000. Ну, не больше. Да они не захотят. Да, ну не хотите, как хотите, так вам здесь. Не место в этих водах. Восхищаетесь, повелевайтесь. Бою вольный Аллах. Уходим. Ну как поражение? Подождем. Ой, как же поражение-то? Сейчас я покажу, кому не место в этих водах. Море покорно вам, султан. Как чалит. Повелевайте, султан. Так, нет, нужно прикрыться, а то... Нахам. Как чалит. Нахам, султан. А то эти гады сейчас флот мой разобьют поодиночке. Попробуем, прогоним. Так, иди сюда. Я отрублю вашу голову и подниму ее на пике. 61 год, да ты уже одной ногой в могиле сидишь. Куда тебе? Агрессивный такой король венгров. Ход. Да, что-то я сижу. А, нет, не ход. Да, вот здесь я, конечно, лопухнулся. Нужно было все-таки ждать. Что-то там начали делить армию. Как я не люблю... Ну да. Да, англичане тут пытаются оказать какое-то сопротивление. Давайте, но что-то в наши засады так никто не попадается. Как я говорил, да, я любитель засад, я просто обожаю засады, умею их делать. Засады дают огромное преимущество. Ага, венгры подвалили. Отлично. Угу, 16 лет ему. Угу. Да, вот он нормальный парнишка-то, но не имеет ни одной звезды. Вот это да. Так. Так, так. Да, здесь эти устроили погромы. Так, где он?
А, в Венеции даже появился. Даже здесь, в Венеции, он появился. Отлично. Да, конкретно они здесь побунтовали. Так, Рим. Давай, мечеть. Так, здесь. Блин, приходится везде эти налоги уменьшать. Где? Да, давайте все-таки с этой армией разберемся. Так, не-не-не. Чтобы я не забыл, а то я опять заб... Так, нет, нет, нет. Вот так. Пофигу уже на ихние эти все лычки. Лычки не спасут, если сражаться будет нечем. Как раз 60 получилось, надо же. Так. Так. 57. Да и как бы все равно тут как бы не особо-то и важно. А ну отойди немножко в сторону. Так. Так, 27. 27. А, держи обратно. Так, вот 60. Хорошо. Тебя можно обратно. Здесь как раз, в принципе, дожидается. Так, мечеть. Так, здесь в Париже. Ну да, нет, в Реймсе они недовольны. Сейчас поиграем с налогами. Так, все-таки же здесь флот мой выжил. Все-таки же здесь флот мой выжил. Так, здесь тоже нужно переобучить. И наконец-то этого императора Византии посадить на бочку с порохом. Так, здесь. Так, венгры наконец-то подошли. Венгры аж двумя армиями. Ну-ну. Давайте, давайте. Давайте все-таки сейчас их быстренько. Убейте их всех. Раз, раз. Отделаем за Муних, Загреб, Вену. Чтобы они почувствовали. Так. Да, этот генерал прям такой мощнецкий. Отъелся на этих, на победах.
Так что ему здесь ничего не страшно. Тем более ему там, по-моему, 47 лет, если я не ошибаюсь. Так, что? Венгерские упыри. Идете в атаку? Нет? Эх, ладно. Нет, так нет. Тогда мы идем в атаку. Так, даже больше нужно. Вот так вот нужно. Так. Атакуют. Нужно действовать. Это вы друг друга, что ли, перестреляли? Или они вас так перестреляли? Вот я не понимаю. Да, ребята, кстати, объясните мне вот такую вот вещь. Я в меди не особенно секу. Почему они вот так вот друг друга отстреливают? То есть мне кажется, что это свои же, с дружественным огнем отстреливают друг друга. Причем так конкретно аж на 5% отстрелялись. И как бы я их не этот, не расставлял, они все равно друг друга отстреливают. Надеюсь, это сломит оставшихся. Ну да, понятно. Давайте через нашу дорогу жизни. Да, процентаж идет прям как секундная стрелка. Да, ну вот сейчас вот понятно, это то, что отстреливают. Неверные остались без полководца. Не понял. Что такое? Что за глюк? Я не знаю, я сейчас быстренько нажимаю на паузу. Да, вот это вот интересно, никогда у меня такого не было. Они бегут как стадо баранов. За ними! Никто не усомнится в справедливости этой победы. Понятно. Все ясно. Мы не сомневаемся. Подходящее место для воронки. Мы сокрушили неверных, солдат. Да. Так. Подходите. Гусары. Иншаллах! Они не уйдут! На битву! Конечно, не уйдут. Куда им еще идти? Так. Я вот сижу и думаю. А не набрать ли мне еще одну армию? У меня тут есть стрелки. Правда, они такие. Объединяем войска!
Не очень-то они. Зато опытные. Ага, вот аж целая армия появилась. Давайте ее тоже кинем в бой. Отдыхаем до рассвета. И здесь еще и подкрепление можно. Так. Так, что там насчет купца? Слишком много? Почему это слишком много? А почему? У меня ж два купца это двинули кони. Вроде бы еще одного можно было. Что-то я как всегда напутал. Так, вот этих вот ребят вообще по-хорошему было бы. А, не, я лучше их в Винсбрук кину. Так, 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 что здесь? Здесь нормально все. Здесь англичане что-то пытаются. Да, султан, мы победим. Кони устали, султан. Так. Идем через территорию этих, как его, датчан. Датчане сейчас не в лучшем положении, чтобы атаковать. Ну, тогда вам конец. Следующий джихад будет на Константинополь, чтобы они... Так, да. Точно. Я и забыл. Вернее, чуть не забыл. Так, давайте их. Так, вот так. Да, на борт. На дно войны. Так, так. Стрелки. Мне вообще бы... Я, пожалуй, стрелков найму еще. Хотя они друг друга и отстреливают, но все равно, ребята... Ребята... Довольно-таки неплохие. Вот, а тут у меня еще есть подкрепление. Сейчас я кину его еще сюда. Отлично, просто отлично. Так. Хорошо. Так, это все испанское сопротивление мы разгоняем. Звездочки получаем. 17 лет уже 2 звездочки. Отлично. Так, ладно, тусуйся здесь, в пустыне. Ага.
Давайте сделаем еще один ход. Блин, опять забыл этих, как его, имамов посадить на корабль. Да, один уперся. Да, это Византия блокирует. Угу. Не напал. Не напал. Сейчас он, наверное, подтянет подкрепление, подкопит силы. Все равно осаждать там долго. И нудно. Ну-ну, чё ты армии отводишь? Наоборот их. Так, провал задания. Морская блокада. Дижон и Сарагоса. Так, ну вроде бы 70, а? Чего вам тут не хватает-то? Дижон. Ага, побунтовали и успокоились. Хорошо. Византия, Дания замирились. Да. Воля султана, закон. По воле султана, выступим завтра на рассвете. Лучше бы не мирились они. Хотите нас прогнать? Попробуйте. Попробуем. Так, Болонья. Ладно, будем улучшать. Так, все-таки ж убил, вот гад. А, нет, здесь. Здесь убил. Так, Тимбукту, 16 лет. Так. Так, тебе здесь делать нечего. Тебе здесь делать нечего, тебе... Они устали, султан. Тебе нужно дать армию. Выступим завтра на рассвете. Так, имам там... Сейчас... Окрестности Антверпена. Вот гады, все-таки ж действуют как убийцами своими. Что прикажете? Воля султана, закон. Да, султан, разделяем армию. Неверные не увидят нас. И не пройти. Самое главное, не пройти никак. Да. Давай, расширяйся. Да, и вот этот вот венгерский утырок. А ну-ка, давай-ка ты его. Так, сюда, здесь, здесь. Что мне делать, а? Что же? Назовите врага. Так, нужно поискать этого убийцу. Не оставляя след. Вот он. Назовите имя. А ну попробуй. Угу, да. Попробуй. Битва разрешит нам
Вот, блин, заблокировал тут. Армия может взбунтоваться. И так не достаю, и так не достаю. Толку? 5 ходов. Блин, 5 ходов терять тоже не очень. Так. Что прикажешь? Иншаллах, мы сокрушим врага. Хорошо. Торжествуйте, воины пророка. Переобучение. Все это нужно переобучить. 4, да? 2. Да, у меня здесь нету хорошего флота. Хотите нас прогнать? Попробуйте. Так, что там венгры? Ага, ну да, венгры сели. Сели в торбу. Тут у него 2 мощные армии. Да знаю я, что ты не посол. Так, 2 хода. 4 хода. 5 ходов. 6 ходов. Так, здесь. Здесь сюда. Так, сколько у меня осталось? 33 хода осталось. И 14 областей нужно. Ну, в принципе, все вроде бы налаживается, да? Может быть, получится. Ладно, что ж, друзья, вот такая вот серия. Смотрите дальше, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр, всем пока.